Обращение к губернатору Ленинградской области товарищу Дрозденко. Уважаемый Александр Юрьевич, я понимаю вашу занятость, но хотелось, чтобы вы еще занимались регионами, которые находятся в вашем подчинении. То есть это город Ладейное-Поле, Ладейно-Польский район Ленинградской области. Три вопроса. Когда будут перспективы в этом городе, когда снимут Дмитриенко с поста губернатора и когда вы там наведете порядок? Совершенно развалили Дмитриенко, Баранов, Тарелкин и весь список до бесконечности продлевать. Почему вы, как губернатор, не можете приехать туда и навести порядок? Против этих людей возбуждают уголовные дела, а они выходят сухими из воды. Скажите, пожалуйста, это только у нас такое или еще где-то есть? Потому что то, что они отмыли деньги в прошлом году, вы даже палец о палец не стукнули и не решили ни один вопрос.